Вон там бегают козочки. И естественно, нашим девочкам интересно, кто такие там еще есть. Кто посмел сюда прийти на их место. Всем большой-большой привет, мальчики и девочки. Всех рады приветствовать здесь, на этом канале. На канале, где девчонки наши с огромнейшей душой, с огромнейшим сердцем, с теплой душой поздравляют всех, кто нам написал о их дне рождения. Рады приветствовать вас на канале Папа Валера. И поехали. Да, девчонки? Кто подскажет мне сегодня, какое число? Ты? Ой, ты боже мой. А сегодня у нас 21 марта на улице. И мы хотим поздравить. Нам одна девочка написала, которая Анна Маргалюк и проживает в Германии. И мы хотим вас поздравить, Анна, Аня. И немного так покопались, посмотрели, вам так подходит костюм Малефисенты. Прямо ж, что вам сказать, очень красиво. И что хочу я добавить. Мальчики, девочки, у нас есть девочка, у которой день рождения, и она вот в таком прекрасном костюме. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, в костюме Малефисенты. И я так заглянул, начал вспоминать, думал, что это такое, кто она такая была. И она была, оказывается, прекрасной, молодой, доброй, как это сказать, феей, вот, если точно сказать. Но потом из-за того, что эту фею подвели человеки, в общем, из-за того, что ее предали и неразделенной любви, она превратилась немножечко в такую, сначала вроде плохую, но потом она вдруг передумала и тоже была хорошая. В общем, там сказка интересно закончилась, но, как я вчера говорил, я понимаю, что каждый из нас, кто выбирает себе ник или какой-то костюм, он как-то ассоциирует себя с этим. И почему я это все подробно говорю? Аня, мы желаем вам, чтобы вас никогда не предавали. Мы желаем вам, чтобы у вас все прекрасно получалось. В вашем направлении, в котором вы работаете, я желаю вам много-много клиентов. Не капризных. И, кстати, вот видите, мы маму Марину откуда забрали. Это чисто для вас. Я тебе сейчас за... А это чисто для нее. Так, сюда иди. Пока я вам показывал, что только что маму Марину забрали оттуда вас же, чем вы занимаетесь. У меня сточили очки. В общем, Аня, я думаю, вам будет интересно, вам будет весело. С днем рождения вас. Здоровья, счастья пожелаем. Много клиентов пожелаем. И пожелаю вам, чтобы... Не... Да, такого время поздравления еще не было. Ну ладно. Сейчас отнимем у нее. В общем, иди сюда. А ну быстренько иди сюда. Бросай. С днем рождения, Маня. Я думаю, было будет весело вам. Так, а теперь вот как раз, вот знаете, это не просто сценарий, это разыгранные роли. Все уже, мило, это сейчас обращение к вам. Это вот... Да... Мила, вот это вот все по ролям, прям по секундам практически расписано чисто для вас. Вот вы задаетесь вопросом, вот почему называем эту маленькую девочку бандиткой, да? Вы видели? Карманница. Это маленькая, просто маленькая, я не знаю, как ее назвать, бандитка, больше ничего не назовешь. Эти отношения, знаете, вот между ними напоминают нам, мне лично, отношения между мной и братом. Я более спокойный был, вот как Никита, который, а он всегда вот такой заводной был. И он что-нибудь набедокурит, мне подсунет, и мне, и я вот так вот бегаю потом. И меня ругают. Хотя я, в общем-то, ни при чем. Как и сейчас была Ники ни при чем. Поэтому мы на нее говорим бандитка. Вот. Сейчас отдышусь, подождите, мальчики, девочки. Она я думаю.
Луночку, естественно, все любят в нашей семье. Ее обожают. К ней, я скажу, даже более как-то отношение из-за того, что она маленькая, из-за того, что она вот такая хрупкая какая-то по сравнению с Никой, к ней немного такое мягкое отношение. Но бандитка, я ее перестать не перестану, потому что вы видели, что только стоило мне подойти, как она свою цель добилась, а и дальше что она делает? И дальше она вот как бы маленькая такая, из-под тишка все устроит. Про тебя рассказываю, про тебя. Ой, вот. Ну, в общем, мы приехали туда, где мы вчера развешивали им канаты. Я, по-моему, дух перевел. Все. Уважаемые зрители, вы, если что там, камера тряслась, извините, надо было очки отжать, забрать. Вот она, маленькая бандитка, вот она. И мы понимаем, что если мы не будем сейчас правильно воспитывать их, если мы не будем правильно ставить на место их, то дальше это будет намного сложнее и труднее, потому что это маленькие дети. А как и со всеми маленькими детьми, если не придать вовремя должного внимания, воспитания и образования, дальше они вырастают. Просили? Получайте. Вот она. Луна почти что во всей своей красе. А еще у нее очень много таких заходов. Еще мы умеем лазить по карманам, воровать все оттуда. Еще мы можем заводить Ники, чтобы она за нами гоняла. Что ты про нее так говорил плохо? Я за тебя бутылкой как врежу. Вот. Вот. Ну, в общем, кого хотели поздравить, мы уже поздравили. Мы также поздравим всех, у кого сегодня день рождения. Счастья, здоровья, любви вам, самое главное. Вот такого веселого, задорного настроения. И всех, у кого сегодня именины, также с праздником имени вашего. Поздравляем вас. И еще раз, Аня Маргалюк, с днем рождения, которая в Германии проживает, занимается прекрасными ногтями, красиво делает. И если что, приезжайте, пожалуйста, у нас для вас есть клиентки уже. Я хотел также и вот этих девчонок показать, если они дадут. Вы посмотрите, на их ногтях можно просто тренироваться. Смотрите, какие шикарнейшие они. Мам, Марина им каждый вечер практически... На ногтях и на ногтях. Да, вот. Поэтому приезжайте, я думаю, вам понравится. Так, а что касается сегодня событий в этом дне, то у нас сегодня день международный, между прочим, день лесов. И может быть, вот пусть для нас это будет лес в пустыне, да? Хотя, конечно, с нашими лесами это не сравнится, с такой природой прекрасной. Но вот такие оазисы, хоть и грязные, к сожалению, но все равно тоже прекрасно иметь. Поэтому давайте так, я призываю, буду призывать, не будем загаживать то, что нам дано природой, нашей матушкой землей. Так, а здесь мы вчера не убрали, вот, и сегодня придется здесь убраться. Так, что еще сегодня? У нас сегодня день штурманов. Ники, как видели вы, справилась прекрасно с этой задачей, довезла нас, хотя и с другой точки, до места назначения. Сегодня мы вот с той стороны приехали, мы Ники спрашиваем: Ники, куда рулить, куда она? Я знаю, вон она, куда нас привела, поэтому всех штурманов поздравляю с вашим праздником. И сегодня день, также день этикета. Мальчики, девочки, знаете, что такое этикет? Да? Это правило поведения людей в обществе, которое поддерживает представление данного общества, да, о порядке. То есть вот такой момент, когда, смотрите, я воспользуюсь такой случай, потому что это мое прямое право, когда на нашем канале мы не говорим о политике, мы не говорим о каких-то там серьезных позициях, потому что наш канал развлекательный. Мы не хотим этой грязи, мы не хотим, скажем так, удручать людей, народ. И мы против того, чтобы, как я сказал несколько дней назад, чтобы я хочу, чтобы меня услышали. Потому что, просматривая ваши комментарии, я понимаю, что кто-то заходит вовремя, смотрит, кто-то не заходит вовремя, не смотрит. Но я не хочу, чтобы наш канал использовали как площадку для агитации каких-либо проблем. Мальчики, девочки, пожалуйста, избегайте этого, потому что нам не захочется с вами расставаться. И это как минимум правило этикета. Вот сегодня, давайте в этот день... Вот, который сегодня есть, да, день этикета. Давайте мы воспользуемся этой позицией и больше, чтобы я не повторялся на эту тему. Я надеюсь, что кто зайдет, захочет что-нибудь написать, то
посмотрев этот ролик, больше не будет писать. Сегодня также день тирамису, и вот чтобы вам приятно было, в общем, смотреть, слушать нас, может быть, кто-то уже поел, а может, кто-то будет, а если кто нет, попробуйте, сегодня он вкуснее, намного вкуснее. А еще сегодня, знаете, какой день? Всемирный день татуировок. У меня есть одна татуировка, у мамы Марины, многие из вас знают, у Ника есть. И все эти работы, которые у нас есть, вы можете, я, кстати, вот сейчас здесь, наверное, выскочит подсказочка, где, вот здесь, где пальцем пытался показывать, какая у меня конкретно татуировка. А остальные можете посмотреть у мамы Марины, у Ника, у Насти. Все наши татуировки представлены. Это интересно, очень. Вот, лично для вас. Видите? Я бурый медведь. У меня вот такая. Вот она еще одна. Мудрая она. Мама Марина мудрая, она мудрые татуировки бьет. Вот. А какая у меня, я сказал, это будет прикрепленное видео. Вам только стоит, когда подсказочка выскочит, нажать на нее. Вот сейчас, ладно, пусть она сейчас выскочит. И вы увидите, какая у меня. Так, ладненько, ну многие из вас уже знают. А у папы Валера вот такая. Во-во, почти что один в один. Вот такое веселое у нас сегодня поздравление, такой веселый ролик. Счастья, здоровья всем. И не знаю, может кому-то будет интересно, сегодня 25 лет назад, в сегодняшнем дне завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Вот, не знаю, кому будет интересно, но оказывается, я думал раньше, это воздухоплаватели были, и тогда они облетели. А оказывается, всего лишь 25 лет назад. Это что у нас получается? Это у нас получается в 2000 году, да? В 99 году вот, были первые смельчаки. Вот. И заканчивая наш вот эти вот выпуск поздравлений, давайте мы с вами, знаете что, напишем мы с вами прекраснейшее слово. И пусть это слово будет тирамису. Вот так вот, мальчики, девочки. Вот мама Марина столько услышала тирамису, уже сидит и думает, как его приготовить. Сейчас, мне кажется, она прямо отсюда начнет готовить. При ней нельзя такие о кулинарных вещах говорить. Как заехать просто купить продукты? Сегодня день тирамису. Вот. А, продукты, да? Не тирамису, а продукты. На этом мы вам скажем на вот такой веселой, интересной ноте. Пока-пока, наверное. А, мальчики, девочки, завтра я собираюсь сделать очень важное заявление, объявление маленькое. Поэтому не пропускайте завтрашний ролик. Уделите время для завтрашнего ролика. И заходите с огромнейшим радушием. Будем вас ждать завтра на этом же канале. А пока, наверное, всем пока и хорошего всем настроения. Все? Никуш? Эту бандитку убирайте отсюда. Все, с кадра выгоняйте ее. Пока-пока всем.